Я могу исполнить сальто. В этом зале я занимаюсь паркуром. Начал я заниматься в 2017 году. Паркур для меня даже не спорт, это как будто стиль жизни, потому что даже когда просто гуляешь, ты можешь там подойти к чему-нибудь и сделать какой-нибудь трюк, как бы, и тебе это не будет лишним. Не знаю, вот хочется прям сделать что-то иногда. То есть для меня это, можно сказать, повседневное что-то. Сейчас я научился базовым элементам достаточно хорошо, наверное. Monkey, кэш, дэш, лейзи из акробатических элементов. Боковое сальто, переднее сальто, заднее сальто. Самым сложным для меня было заднее сальто, наверное, потому что оно и легкое по технике выполнения, но оно страшное, так как ты прыгаешь назад и не видишь, куда ты прыгаешь. Но я переборол себя, сделал его и понял, что достаточно легко, и потом начал тренировать его. Занимаюсь ради удовольствия, но как бы популярным, если ты будешь хорошо заниматься там и у тебя будет все получаться, то по-любому тебе люди там узнают через какие-нибудь соцсети и так далее. Мои тренеры, я считаю, очень творческие люди, они придумывают что-то новое от себя и продолжают тренироваться. Здесь такая как бы своя атмосфера, здесь все понимают друг друга, могут учиться чему-то новому. И плюс здесь безопасно, чтобы учиться новым элементам. Offbeats Loft – это спортивно-креативное пространство для активной молодежи. Уже на протяжении 3 лет тренеры Offbeats помогают ставропольцам прокачивать свои навыки в паркуре, воркауте, трекинге, танцах и других направлениях. С некоторыми дисциплинами мы уже давно знакомы, дружим, общаемся, и все тут, в принципе, налажено, допустим, это паркур. Единственное, что у нас есть немного стереотипа общества, которое до сих пор думает, что паркур – это там, где прыгают на крышах, это там, где они вот лазят по каким-то лестницам. На самом деле этого нет. И сегодня паркур – это там, без 5 минут олимпийский вид спорта, и я надеюсь, что вот как раз с этой новостью уже наконец-таки начнется какой-то глобальный переворот сознания. Ставрополь стал одной из основных точек притяжения трейсеров. Ведь именно здесь проходят самые крупные в стране фестивали и соревнования. А желающих научиться трюкам становится все больше. Сегодня Offbeats Loft – это порядка 100 учеников школ и столько же на свободном посещении. Для каждого из них это место – незаменимая площадка для самореализации в уличном искусстве. Offbeats Loft. Мы находимся в юго-западном районе Шпаковская, 66. Вот здесь появится адрес, здесь появится номер телефона. Всего 6 цифр. И вы можете позвонить нам для того, чтобы ваши дети стали лучше, чем любые супергерои, которых они видят от студии Marvel, DC или кого угодно. Вы будете видеть их прогресс, и мы уже сегодня ждем их, а лучше вчера. Эй, бах!